блин, такой день сегодня взрослый, просто не могу. Ездили с подругой, оба с творческим складом ума, смотреть помещение под аренду под наш цветочный, понимаете? Ну, как обычно, заходим, здрасте. В нашей жизни математика – это не сначала Ариана Гранде, а потом все остальные. В нашей жизни математика – это сначала Ариана Гранде, потом ее мама, бабушка, папа, потом наши родители, потом 5-е, 10-е, 15-е поколение наших прабабушек по линии отца, потом уже где-то на этом месте идет математика. Understand, verstehen, заебись. Вот, короче, лестница бейс, то брать, мокрую зону с левой стороны перенести на правую. Что значит вы не можете? Надо смочь, да? Копейка рубль бережет, сначала дрочь потом стережет, да, мы заплатим, ничего страшного. Вот, потолки поднять, стены перекрасить, плитку переложить, что значит нужно согласовывать? Согласовывается. Я хочу, чтобы здесь летали птицы, колибри с Бали. Можно зеленая зона, да? Спасибо. Также здесь должны стоять атланты, да? Ну и в принципе все. Все должно быть красиво, вкусно, стильно и не особо дорого. Люкс для бедных. Ферштейн. Ну, вы понимаете, да, эта картина, моя подруга, которая постоянно молчит. Я со своей этой предпринимательской жилкой. Забытые зерна в жопе проросли и дали свои плоды, понимаете? Вообще, нихуя не понимаю, что говорю, но главное уверенно, двигаюсь на уверенном, да? Люди смотрят, как бы думают, пиздец, откуда это все вообще взялось? Откуда эта уверенность, да? Я просто как бы так, здесь переделать, здесь перенести. Здание вызовем фуры, пусть его перенесут на ту улицу, здесь бесит, как-то воняет. Вот, знаете, вот в этом стиле. Ну а что, вы в Китае не видели на Ютубе, как они здание перевозили? Вот и мы тоже перевезем это здание. Да, мы так и сделаем. Понимаете, я со своими вот этими запросами в стиле «Господи» только из Сент-Тропе вообще частным бортом вернулись. Холодно тут у вас со своим этим браслетом, наворачивающим круги в небе, да? Люди просто как бы думают, окей, окей, вам будет сложно, ребята. Я не права.